Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я хочу вам представить новые украшения и шарфики-колье. Первое украшение – это такой стильный чокер из дикого янтаря. Украшение – это лечебное. Благоприятное действие янтарной кислоты на щитовидную железу давно уже научно доказано. Гармонизация ее работы и, как следствие, улучшение общего здоровья и самочувствия. Но ведь хочется быть не только здоровой, но и красивой. И украшения в этом помогают. Чокер сделан в нейтральных, спокойных тонах. Это позволит легко вписать его большинство повседневных образов. Длина чокера 50 сантиметров. Застежка лебедь у него. Вот такое стильное и в то же время лечебное украшение. Вот такой чудесный, на мой взгляд, шарф-колье. Это такая марлевочка тоненькая и кружево вязаное. Бусины стекло. Такое, знаете, молочное стекло. Этот шарф хорош даже пойти в храм. Одеваете его на голову, перекидываете назад, и у вас сами бусины будут там в складках на шее сзади, а здесь будет очень красиво вот это все лежать. Скромно и элегантно. Вот такой яркий сатуар. Длиной 1,30 м. Легко 2 раза одевается на шею. Здесь собран микс. Чего тут только нет. Агаты разных цветов. Кошачий глаз, садолит, ой, боже ты мой, керамика. Есть камни, которые я даже не знаю названия. В общем, разных форм, разных размеров. Есть даже немного пластика. Но украшение получилось яркое, притянет взгляды окружающих обязательно. Здесь даже есть синий авантюрин. Ну, в общем, множество камней, стекла. Фурнитура под золото. В таком украшении вы не останетесь без внимания. Вот такой шикарный алый шарф-колье. Все шарфы длиной 1,5 м. Широкие. Это даже, можно сказать, палантины, из которых я делаю такие шарфы. Камни гавлит тонированный и стекло. Фурнитура под золото.
очень приятный, к телу на ощупь такой широкий, красивый шарф. Еще один сутуар. Тоже 1,30 м длиной. Подвеска вот такое кольцо из сердолика. Тут яшмы, сердолик, агат. Вот еще агат. Сейчас я покажу. В общем, все камни в такой... тигровый глаз. Все камни в такой коричневой гамме. Такой золотой лист. И камеи с женским лицом. Фурнитура тоже под золото. Красивое, очень достойное украшение. Кстати, есть еще и вот такие серьги, как там подвеска на сатуаре. Можно и отдельно, если кому-то понравились. Длинные, крупные, но они очень легкие. Вот такие шикарные серьги. Из стекла, из художественного. Сейчас пасмурно, у нас в Крыму дождь. А так на свету они прям играют. Такие нежные серьги. Имитация жемчуга. Они очень легкие. Легкие, нежные. Подойдут к любому возрасту. И молоденькой девушке, и даме постарше. И вот такие серьги на цепочке. Я была просто очарована игрой света на них, что не могла не купить, чтобы сделать такие серьги. Даже сейчас, когда на улице прям полутемно из-за дождя, все равно они светятся. Парочка очаровашек. Сейчас очень моден металл, неровный, мятый, всякий блестящий, матовый. И очень моден жемчуг в этом году. Вот такие вот красивые серьги получились. И последние на сегодня. Вот такие асимметричные серьги-гвоздики. Тоже с мятым металлом. Но это уже под серебро. Очень интересный. Ну что же, спасибо всем за внимание. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Пишите в комментариях, понравилось вам или нет. А я буду дальше работать для вас.
Спасибо, мои дорогие. Ну и пока-пока.